Привет, мои хорошие ребятулики и девчули, у меня очередная продажа, поехали. Что удалось продать? Вот, вы помните, ракета, которая колледж, уже ее забронировали, это мой постоянный покупатель. Продана она за 550 гривен. Здесь цепляется стрелка секундная за минутную. Ну, а так состояние очень неплохое. Работает календарь. Переключается. Ну, вот видите, идет все нормально. Состояние сегодня я их купил. Хорошенькие такие, приятные часы. И нечастый циферблат в хорошем состоянии. А я, кстати, не проверял. О, это, кстати, да, надо проверить. Не проверял, ребята, как же здесь календарь-то, рабочий или нет. Сейчас мы его покрутим. Должен переключаться. Так, секундная бегает, но она кривоватая и цепляется за разюка за... Да, календарь переключается. Вот я его переключил. Циферка 19. Так, подписчик купил вот такую победу. Идущая победа. В таком желтом циферблате. 160 гривен. Дальше еще один подписчик купил нож зоновский, вот такой шикарный. Кстати, он без люфта и состояние нового. Вчера я вам показывал нечастые 70 лет октября. Показывал, да, показывал браслет и вот такой обычный простой браслетик тоже. Это ушло за 150 гривен. Нож 300. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Ребята, у нас есть обучение антиквариату. У нас есть походы на барахолки. Прямо на барахолке мы с вами обучаемся антиквариату. Урок минимальный 500 гривен. Средства для чистки монет, нумизматическая линейка. Пиар ваших неокрепших девственных каналов. Пошла на софт!